Постановление спортивного арбитражного суда вызвало гневную реакцию. Министр спорта Виталий Мутко назвал решение политически мотивированным. Его слова, как отмечает корреспондент CNN, перекликаются с убеждением многих русских в том, что отстранить русских паралимпийцев, а прежде всего олимпийцев, спортивная организация... Хорошо, вы улыбаетесь. Артем Соколов, ассоциат. Второй момент связан с тут Мутко, собственно, который, я сегодня где-то подал, предложил, так сказать, провести... Собственную паралимпиаду. В Рио, он сказал. Но он не предложил, точнее так, ему задали вопрос. С торговлей нарушает... Там собрали из шахты Замчалский антрацит. Пожалуйста, назовите команду. Пока долгов по зарплате, что тоже до конца не было реализовано, вот эта бодяга тянется уже больше. Потому что другой работы там практически нету, люди. Объявили голодовку, больше 60 человек на сегодняшний день там проводят голодовку, вот мы пытаемся искать. Погашение долгов по зарплате, но, к сожалению, желающих купить то, что осталось от компании в результате банкротства, конкурсной массы не хватает, ну и идет проработка возможности поиска каких-то источников средств. Ищите синк на вашем устройстве и выберите синк после нахождения.
Yeah.